Я хочу вам испеть этот медленный песняк про водилы, про вас. Короче, будете вы за рулем, вы послушайте этот песняк. Все, пошел разбор. Носил я и в ветрах, и заправил его я. И едем мы по этим дорогам, мы себя считаем дальнобойщики. Едем мы. Мы считаем себя от души, едем мы. От души я хочу спеть такую песню про вас, работники дальнобоя. Едем мы, не знаем куда. Вот это класс, и не болит у меня. Не болит душа у меня. Потому что я в жизни дальнобой считаю себя. Едем мы, и наматываем мы километры или мили, это не все. И едем мы дальнобойщики. Мы крутая братва, мы рулим везде. Вот это США или Россия. Мы рулим везде. Мы дальнобойная братва. И нам все не везде. И зеленый от души. Мы можем быть под 100, а можем под 50. Но на следующий день, как окунчики мы. Вот это первая песня у меня такая, будет потом еще вторая. Едем мы на коньяк. Да-да-да. Вот все, пока вот этот конец первой части конфликта. Будет продолжение, слушайте, все будет хорошо, все будет ништяк. Мы же тогда вот. Вот сидит за рулем русский браток. Он завел и Федю своего, и поехал не знаю куда. А ему и звонит брейк. Ну, не знаю, короче. Диспетчер ему звонит. Он нашел груз. Я и сел, и Федю я завел его, я прогрел его. И поехал я далеко, да-да-да. А везу я не знаю,
еще. Это вторая песня, вот она пройдет. А дальнобойщики — это семья. Это классная, классная песня, да. Мы дальнобойщики, хоть я и давно уже не езжу на нем. То есть на него я всегда могу помнить песню про это или как везде. Вы не поймите меня, друзья, я по жизни дальнобойщиком, считай себя. Я хоть и я живу здесь, а вы там, да, вы ведете там груза, это хорошо для вас. А для меня это ностальгия, да. Я забыл по рулю, я хочу за него и сесть, но у меня нету ничего, за душой ничего и нет. А у вас у дальнобойщиков там есть и все, и вы работаете там. Будете круто по всем штатам туда-сюда и на матрице сидите, а? Классно, классно, вот. И есть еще такое у вас хобби, да? На трек-шоу выходите всегда. Да-да-да, у вас крутая американская мафия. Они делают драки от души. Вот это да, им спасибо и респект, и уважуха, да. Это хорошо. И вот, вот, вот такая у меня вторая часть получилась. Я не знаю, как она для вас, но для меня она, я спел ее от души. Примерно вот такой у меня мотив. А дальнобойщики, дальнобойщики, они везде дальнобойщики, дальнобойщики. Возьми ты хоть Австралию, хоть Европу, хоть ты Соединенные Штаты, видишь, что ты в России. Все равно дальнобойщики поймёшь друг друга, и они поймут себя друг другом с полусловом. Вот примерно такая моя вторая.